Оперштаб также определил, как пройдут пасхальные службы в церквях Приднестровья. Решение принято совместно с епархией. Основные традиции будут соблюдены. Подобает пасхальному началу, это крестный ход. Мы уже сейчас согласуем с органами внутренних дел, чтобы они, как бы сказать, предупредив народ, не прошел, но, может быть, человек 5 там, чтобы, как это в прошлом году было, мы обойдем крестным ходом и начнем положенные богослужебные моменты на пасхальную часть, и потом сразу начнем божественную литургию пасхальным чином. Оперштаб предложил два варианта – проведение службы в пасхальную ночь на улице или же духовенство в храме, а прихожане молятся во дворе. Несмотря на прохладную погоду, обещанную синоптиками в ночь на воскресенье, в большинстве приднестровских храмов уже решили, что служить будут на улице. В отличие от прошлого года, после литургии пройдет и традиционное пасхальное освящение куличей и крашенок. Верующих лишь просят соблюдать при этом дистанцию и не снимать маски даже на улице.